Сегодня мы начинаем подготовку к матчу с Арсеналом. Практически все игроки работают в общей группе. Составом мы определимся буквально накануне. Вполне возможно, будут после прошедшей игры определенные изменения. То, что касается Арсенала, Арсенал совершенно новая команда по сравнению с тем, когда она заканчивала чемпионат. У них была серия хороших игр сейчас. Проанализируем все. Ну и легких матчей не бывает. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень сложный и тяжелый матч. Надеемся, что приедут болельщики, нас поддержат. Но мы постараемся отблагодарить их хорошей игрой.